счастливые люди всегда стремятся развиваться, узнавать и ничего не бояться. Вообще, вот у счастливых людей главный, наверное, это показатель отсутствия страха. Вот сегодня такая концепция, что бесстрашные дерзкие маркетологи пришли сегодня. И это уже показатель счастья стопроцентного. Сейчас я должна сказать, что выросло целое поколение маркетинг-директоров серьезных. Можно говорить о том, что уже есть люди, которые передают свой опыт на рынке, люди, которые делятся своими знаниями системно, хорошо. И это, пожалуй, самое главное качественное изменение. Основной фокус делается на маркетинг social media, потому что клиенты видят его эффективность в отдельных категориях бизнеса. По-прежнему доминирует медийная реклама с какими-то активациями в связи с экономической ситуацией в стране стало все не так хорошо и ярко, как было до этого. Клиенты в первую очередь фокусируются на каких-то проверенных решениях. Редкие клиенты идут на эксперимент. Глобальный тренд очень интересный. Вот буквально сейчас достаточно много материала на эту тему есть. Говорят, что такие развивается искусственный интеллект. Вот, и компьютер уже победил чемпиона мира по игре в Го, которая гораздо сложнее, чем шахматы. Это там вообще веха, революция и так далее. Вот, и главный вопрос, который стоит, да, собственно, а какая работа людям останется в тот момент, когда роботы, по сути, начнут заниматься не только тем, что раньше было алгоритмическим каким-то таким трудом, ну, простым, да, а и эвристическим. И самые продвинутые футурологи говорят, что работа останется для роботов, а жизнь для людей. Процентов 50 счастливых людей сегодня присутствуют на форуме. Но мы делаем все возможное, чтобы их было 100%.